Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Motorola Moto C. Ребята, этот телефон на самом деле никакой-никакой, а непростой на самом-то деле телефон, потому что это легендарный телефон. У него он столько раз падал, он столько раз просто был залит. И у него единственное, что с ним произошло, так это у него не работают сенсорные кнопки, когда ты его не держишь вот так вот. Я не понимаю, как это работает. Вот я его беру вот так вот в руку, у него сенсорные кнопки работают и реагируют каждый раз. Если он стоит на подставке, я нажимаю, и они, ну, вот сейчас срабатывают. Я не понимаю, как это работает, просто понятия не имею. Возможно, он действительно какой-то гениальный, ощущает, что ты его держишь в руке, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Итак, сейчас я покажу, как изменить язык системы на этом телефоне. Вначале вам нужно открыть приложение настройки, затем спуститься вниз и нажать на кнопку языки ввод. Здесь нажать языки, добавить, выбрать язык, например, Magyar какой-то, и затем перенести его, взяв эти две палочки, на первое место. Все, язык системы изменен. Для того, чтобы изменить опять на русский, опять меняем на русский. Вот таким же образом. Этот магуарский можно удалить. Вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И как бы всегда ждем ваших комментариев. До скорых встреч. Пока.